В Новый год мне присылают много самых разнообразных рисунков с просьбами и благодарностями. Снеговик, как мы можем порадовать в этот Новый год всех наших друзей? Дедушка Мороз, а давай сделаем так, чтобы рисунки ожили и стали говорить. С удовольствием присылайте свои рисунки и голосовые поздравления, и ваши герои заговорят вашими голосами. В эти предновогодние дни мы приглашаем всех друзей на нашу свадьбу. И этот Новый год будет для нас самым счастливым на всю жизнь.